Всем привет, дорогие зрители моего канала, и вы на канале Юмака. И сегодня я решила сделать вторую часть, как мой брат играет в гача-клуб. Ну и создает себе персонажа. Я надеюсь, что вам понравится эта часть, и ты поставишь лайк этому видео. А если ты не подписан, то обязательно подписывайся. Ну, в принципе, мы можем начинать, так что я желаю вам приятного просмотра. Короче, мы делаем себя. Ну, я все делаю себя. Себя делаешь, молодец. Ну, ты себя делал, ну вот. Ну как мне обратно сидеть? Как мне обратно сидеть? Я не знаю, блин, мы поломали игру. И такого никогда не было, Бодя. Все. Реально, вот. Да все. Так, подожди. Ой. Тихо, тихо, не надо палить контору. Но я себя делаю себя. Класс, логично вообще, пипец. Ты себя хотел лысым вроде бы сделать, ну вот лысый. Нет, вот такой. Ну это кучерявый. Да, прикольно, Бодя, кстати. Что да не. Да, это уже прошлое. Да, очень сложный выбор. Угу. Вот это. Да, очень круто. А где тот цвет? Нет. Ну что? Где тот цвет? Смешно. Да, синим. Да, буду крутой. Да, будешь говном. Нет, тут все говно. Да ты просто говно. Ну классно. А я что-то делаю, я не знаю, понимаю. Класс, молодец. Можно себе бровастым сделать. Да, как бы. Мое имя бровастый. Да. Да. Ух ты, прикольно, будет два разных глаза. Что ты смеешься? Это очень круто, правда? Я одежду хочу делать. О, вообще его можно сделать без глаза. Тебя можно, кстати, тоже сделать. Можешь сделать принцесску. Не надо. Надо, я сказала. Вот. Надоело тоже меня. Урод. Это цепи. Это говно. Ясно. Можешь сделать тебя бомжом. Будет тебе туз. Это точно подойдет тебе. Да. Офигенно, по-моему, классно. Вот это классный вообще персонаж выходит. Мне кажется, зрителям вообще понравится. Да. Во, крутой, типа строитель. Строит мне унитаз. А то слишком толстая. Что ты там шепчешься? Говоришь, какая дебилка, да? Я, короче, себя делаю крутым, я не знаю. Нос можешь выбрать. Вот и тебе подойдет. Мне это не нужно. Зачем тебе это не нужно? Нормально все. Вот без носа, значит, будешь. Сдохнешь сразу с первым вздохом. Я опять. Вот. Я буду опять прическу себе делать. Зачем менять опять? Ты чё? Да, ну, ладно. Мне не нужно, я не хочу. Ну на. Тоже мне. Я себя постриг, а теперь стал каким-то не надо. О, у меня голова. Распухла. Ну так у тебя не может распухнуть, у тебя же там мозга нет совсем. Ну, будешь кошечкой. Кс-кс-кс. Бодя, иди сюда. Кс-кс-кс. Ой, можешь вот это выбрать, тоже неплохая. Ты дебил? Я не дебил. Дебил. Ты дебил. Что ты смеешься? Боже мой, позор общества. Ты класс. Ты все испортила. Какое испортила? Что я тебе испортила? Я? Испортила? Я себе убью человека. Ну нормальная причина. Да что ты ноешь? Ты хочешь себя лысым сделать или что? Ну вот тебе лысый. В чем проблема? Я не понимаю. Он хочет себя лысым сделать? Нет. Да конечно. 5 минут назад говорил, что ты лысым хотел меня сделать. Вообще уже. Позорит меня. Сестру. Угу. Не укай мне тут. Тоже мне. Говно. Собачьи. Хватит мне дулю показывать. Меняешь цвет, да? Голубой тоже прикольно. Будешь голубым. На тебе подойдет. Нет. Да. Ничего не подойдет. Подойдет. Подумаешь, что ты девочка, будут знакомиться парни. А ты же все-таки синий. Ну, точнее, голубой. Правильно? Правильно. Что делать себя крутым и синим? Опять крутой. Будь, у тебя в тот раз не получилось сделать себя крутым. Нет, о,
Нет, я не буду это. Нет! А как его теперь убрать? Ой. Ой, позор, я не знаю, как теперь его убрать. Настя. Ну, к сожалению, теперь ты останешься с ним. Нет, не смогу. Ну, я не могу его убрать. Я тоже тупая, как ты. Какие-то стрелялки, я не знаю. Сейчас смотри, он будет пробегать. Он тебя убил. Точнее, давай быстрее. Блин. А что надо делать? А, ее убивать? Да, наверное. Да, вот блин. Она тебя сейчас бьет. Ой, все, позор. Сейчас у тебя осталась одна жизнь. Ну, где она? Давай. О, блин, все. В смысле, я ее стрельну? А я тоже не знаю, представляешь? Давай заново. Давай, размажь их всех. Нет ее. Ее нету, да. Зачем ты нажимаешь? Зачем ты нажимаешь? Она не шла. А я тоже не знаю. А там их было целых две. Давай, стреляй. Размажь ее. Тебе сердце прям бьется, да? Когда ты в нее играешь. Давай. Ну, быстрее, быстрее. Вот, вообще мощь. Блин, ты шалала. Ладно, другая. Все, ладно, короче, давай дальше. Да ты тоже вдвоем. А, это вдвоем, да, давай. Танцевать? Да. Господи, мы такие тупые. Ну, сейчас, ну, ты чё, дебил? Блин, я не знаю. А, это я должна вообще. Ну, давай. А, это карточки, это угадать. Типа, где находится. Давай. Сейчас, это они нажимай, где находятся одинаковые карточки. Да. Ну. Ну, а что дальше? Ну, что? Время идет. Я понял? Нет. Нет. Да нет, блин, вот это она. Да, блин. Все, время вышло. Ты мне что помешала. Какой помешала? Ты что? Я понял. Нет, да, да, во-во, не-не-не-не-не. Во, смотри. Боже мой, развиваемся. Что это? Тоже запомни. Тут больше и больше карточек будет. Блин. На самом деле, ты не тупой. А, я уже понял. Господи. Да. Я понял. Да, я тоже. Сейчас проиграешь. Все, сейчас время выйдет. Все, 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 все. Ну, я вот так это. Ну, все, короче. Со своим персонажем играть. Теперь наше видео не будет 2 месяца. Ой. Ну, так. Ты растолстела, ты жирная. Тихо, тихо, не молчи. Смотри, чувак просто на стиле. Боже мой, позор общества. У меня теперь не лысина. А вот это тут подтянута. Тут такая прическа. Да, такая офигенная прическа. Можешь выбрать возле стиралки? Да я сам возьму. Ты что, ходишь на чем? Ну да, возле стиралки ты будешь горничный. Ты можешь выбирать тут позы. Смотри, их тут очень много, особенно вот мне нравится, если честно, мне нравится это. Ну вот классная поза, ты чё? Смотри. Вот расчленил себя. Расчленил? Да. Боже, позор. Зарука. У меня тренерская рука расчленилась. А, да. О, микрофон. Я считаю свою жизнь. Что? Да, отдай. Свои последние дни, типа, ты считаешь, да? Короче. Ты же хотела узнать. Черный бумер, черный бумер. О, господи. Что сигнали огни. Подписчики, напишите в комментариях, Настя мне создаст канал или нет. Нет, смотри. Вот, классно. А пусть напишет в комментариях. Ну, напишите в комментариях, кому создать ему канал или нет. Или вы скажете да, она создавает, я буду снимать тоже. Да, Настя? Нет. Ну? Ладно, ты, вот, смотри. Ты точно? Ну, если не напишут. Ты это не вырежешь? Пишите нет. А, что? Говорите да, она вам специально это все говорит. Молчи, все. Вообще, все. Чёрт. Подожди, нет. Да вот. Давай. Чёрный бумер. Говорите да в комментариях, что я хочу создать канал. Вот я все слышу. Подписывайтесь на меня. Я все слышу. Короче, я считаю себя крутым, а Настя лох. Куда? Все, все, до свидания. Я считаю, ой, какая я поза. Хочу, что делать хочу. Я взрослый. Да какие очки ты можешь вот так вот сделать? Смотри. О, слушай, ты можешь, вот вообще рот у тебя будет здесь. Вот. Один глаз вот тут, а... Зрачки вообще как-то тут. Брови. Боже мой, я тебе такого персонажа сделала. Ты все обзавидуются. Смотри. Смотри. Ты знаешь, ты меня сейчас расчленила.
расчленил. Это я могу только расчленять персонажей, но не ты. Что ты мне сейчас сделал? Ничего я не сделал, я сделала тебе супер персонажа, что ты ноешь? Где глаза? Вообще уже, ну смотрите, какой классный персонаж. Какие глаза, а, что ты... Боже мой, взяла все, испортила все. Мы расстаемся. Нет, не я тебя бросаю, а ты. Ой, точнее, наоборот. Точнее, я бросаю тебя, а не ты меня. Так что все. Чипсы я у тебя заберу, все украду. Ага. Тоже мне. Нахал. Боже мой, не понимает, что такое мода. Вот так. Вот так вот, классные глаза. Теперь, а я сейчас этот рот уберу отсюда. Молодец. Ну шо, нет. Бодя, если ты сделал себя в гача-клубе, значит все, готовься. Шо? Я пошла за ножом, ты будешь избавляться от глаз. О, кстати, я тебе такую позу хочу показать. Ты будешь отпугивать всех бомжей, я тоже такую позу делаю. Смотри, сейчас ты... О, подожди, тут, кстати, тоже прикольно. О, зажигаешь прям вообще. Смотри, будем отпугивать. О, я придумала, смотри. Боже мой, я такая умная. Смотри, я бомж. Смотри, да я скажу. Привет, я твой подписчик, я тебя хочу убить. Смотри, вот я бомж, и ты меня выгоняешь со своего двора. Типа. Я выгоняю нахер. Так куда ж ты? Не бей смотри. Меня. Так вот. Я сейчас, короче, Пэрсон тебя вызову, что ты чипсы угрожаешь. Вот это озвучка вообще. Вот смотрите. Кислинку он тоже убивает. Ты тоже ее будешь убивать? Она же такая милая. Нет, я не буду, только тебя. В смысле? Я твоя родная сестра, боже мой. А, нет, я ее убью, а тебя нет. Молодец, боже мой. Похудела. Это не кости, а какие-то мармеладки. Какие мармеладки? Ты че? Ну да, на мармеладке. У меня большая башка. Ну ничего, зато большой мозг. А у тебя вообще, блин, к сожалению, ничего нет. Есть. Это что за прическа? Это что за большая голова? Давай, будешь выбирать, какой персонаж. Что такое? Я порезался. Слава богу, ты умрёшь. Нет, я не порезался, я тебя хотела спрокануть. Смешная шутка. Боже мой, бедная кислинка. Жрет и не толстеет. Блин, я нажралась чипсов, потолстела быстро. Что же делать? Все, Снегирь, ты жертвоприношение. Хорошо. Хорошо. Итак, убираем всех персонажей. Сейчас случится страшное дело. Смотри, вот, ты сейчас ее будешь изгонять. Битва сейчас будет. Все, смотри, красавчик. А вы знаете, как меня зовут? Бодя тебя зовут, ты олух. Богдан меня зовут, ну, Бодя какая-то. Вот, смотри. Битва экстрасенсов, запрещенная серия, готова. Верно? Вот, это я так делаю. Вот смотри, а она, короче, берет и на тебя садится. А я ее так шваброй нахер выкидываю. А вот это, кстати, неплохо, так сказано. Тебе не закладывай. Вот, все. Все, ты ее выгнал, да? Все, ну все понятно. Ну, короче, тебе понравилось играть? Да. Короче, дайте я скажу. Подписывайся на канал, ставь лайк. Вы были на канале Юмака. Всем пока, всем пока-пока. Да, класс. Да подожди, да стой. Подожди, нужно о впечатлениях рассказать, что ты всем прощаешь. Вообще-то я должна прощаться. Короче, тебе понравилась игра, да? Да. Классная игра, да? Ну да. Вот. Что бы ты хотел бы видеть в этой игре? Ничего. Ничего? Угу. Даже не хотел бы видеть своих друзей? Зачем? У меня вообще-то тут нет друзей. А, ну? Не очень жаль тебе. Вот. Вот. Я, короче, говорю, хей, я... О, сейчас перед клип, у нас клип. Хей, привет, вы на канале канал Юмака. Со швабры играет. Я считаю, больной уже, нет друзей, как же мне его жалко. Да. Ну все, короче. Да. Тебе понравилось, да? Все понравилось, все. Мы кончаем этот ролик. Всем пока. Я пошел. Ну ладно, ребят, я надеюсь, что вам понравилось это видео, спасибо за просмотр этого видеоролика, спасибо, что подписался на мой канал, спасибо, что поставил лайк этому видео и спасибо, что оставил свой комментарий. Ну и всем спасибо, что ты есть и всем пока.